Недавно Путин выдвинулся на свой пятый президентский срок. За предыдущие 24 года его правления в России, по данным Высшей школы экономики, закрылось 29 тысяч школ, по данным Росстата, закрылось более половины больниц, а также исчезло свыше 32 тысяч сел и деревень. Путин боролся с бедностью, но 20 миллионов россиян сегодня живут за чертой бедности, зарабатывая меньше 14 тысяч рублей. Раз в два года Путин обещает разобраться с ветхим и аварийным жильем, но с 2000 года его величина увеличилась почти в три раза, и сейчас в бараках живет 1,5 миллиона россиян. Ежегодно Путин борется с ценами на бензин, но каждый раз цены побеждают, поэтому с 2000 года бензин вырос в 7 раз. Путин сокращал чиновничий аппарат, но чиновников по итогу стало в 2 раза больше. Путин боролся с олигархами, но число долларовых миллиардеров выросло в 14 раз, причем 9 олигархов это друзья или связанные с Путиным люди. Путин боролся с ростом цен, но со своим ростом тупо не дотянулся до них. И в итоге рубль обесценился в 3 раза, рождаемость упала до уровня 90-х, война, санкции, мобилизация, но Путин точно все исправит, дайте ему еще 20.